Я считаю, что на нашей планете не должно быть бездомных. Ни людей, ни собак, ни котов. Знакомьтесь, это мой Мартын. Полгода назад он был бездомным, а теперь мы счастливы. Я хочу передать эстафету добрых дел своим друзьям и коллегам. Мише Шаманову, Тане Бобриковой и Ире Волковой. А все вместе мы можем позаботиться о нашей планете вот так. 19 марта в 20:30 выключить свет на 1 час Земли.